Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для SuperDunk. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него будет, как всегда, в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и, в принципе, можете выходить с него. А дальше заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит, либо SAR, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее в поиске пишем SuperDunk, нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт, пока что больше не нашел. Если какие-то новые добавятся, то я их обязательно на сайт добавлю. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Дальше заходим в настройки и выбираем любой DLL, который хотите. Этот скрипт, сразу скажу, то, что работает на любом абсолютно DLL, который вы используете. Но я, как обычно, использую CRNL. Напомню то, что CRNL используется с ключ-системой. Ключ нужно получать раз в день. Сегодня я уже получал, мне его просить не будет. Значит, чтобы заинжектиться, нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока произойдет инжект. Все отлично, как видите, у меня получилось заинжектиться. Дальше нажимаем кнопочку Xcode и вот появляется скрипт. Он, в принципе, довольно простенький, но с ним можно очень быстро прокачаться. Значит, смотрите, первая функция, давайте покажу, это автоклик. Нажимаем на G, английскую. Что-то не работает. Окей, давайте сначала нажмем тогда на функцию эту. Все, мне здесь написало, нужно нажать на G. Все, как видите, я нажал. И пошел, получается, автоклик работать. Также на G можно выключить его. Дальше выбираем зону, на которой будем фармиться. У меня самая начальная зона. Также есть автоколлект. Включаем. И, как видите, вся сила, которая была на карте, она собралась автоматически. Очень круто. И последняя функция, это получается автоданк. Включаем и смотрим, что происходит. Как видите, автоматически мы постепенно начинаем прыгать, и тем самым получается зарабатывать победы. В принципе, довольно прикольно. Мне чуть-чуть не хватает, получается, до 125 судов. Все уже хватает. И таким образом, короче, вот мы автоматически прокачиваемся. То есть ничего абсолютно делать не нужно. Просто включаете функцию автоданк, автоколлект. И все, в принципе, можете пойти там, не знаю, погулять, заварить чаек, там, не знаю, покушать. И пока вы это делаете, у вас будет идти автофарм. Но также напоминаю то, что по истечении 20 минут, если вы не будете делать никакие действия, то с игры у вас вылетит. Так что нужно желательно каждые 20 минут подходить к компьютеру. Так, все, можно выключить пока что автоданк. Здесь яйца по-любому должны быть. Да, вот они есть, отлично. Давайте их откроем. Посмотрим, что выпадет. К сожалению, в скрипте нету автооткрытия. Ну, в принципе, я думаю, оно и не особо важно. Можно и вручную открывать. Тут сложно, вот ничего нету. Нифига себе, легендарка выпала. Ну-ка, посмотрим сейчас, какой у нее шанс. 5%. Ну, в принципе, нормально. Довольно большой шанс. Так что не особо редкий питомец. Так. А сколько можно максимум питомцев одеть? Где их посмотреть можно? 3 питомца. Все, четко. Все, я этих питомцев выбил. Что они дают мне? Как я понимаю, скорее всего, умножение силы. Либо умножение побед. Давайте посмотрим. Пока что до конца не понял, что именно дает. Ну, скорее всего, все-таки умножение на силу дает. Потому что победы, как у меня прибавлялись, также и прибавляются, если я не ошибаюсь. Также, кстати, в этой игре есть коды. Можно их активировать. Они прямо вот на главной странице здесь написаны. 4 вот кода есть. Давайте их попробуем активировать. Только где они здесь активируются? В магазине, скорее всего, внизу, как я понимаю. Да. Пишем этот код.
Что здесь написано? Не успел, короче, прочитать. Ну, вроде как активировалось. Окей, идем дальше. Потом должны сейчас дать эксклюзивного питомца. Да. Вот этот код сработал точно. И он сильнее, чем вот эти мои питомцы. Отлично. А дальше получается 2 бесплатных золотых яйца. Смотрим, сработает или нет. Да, сработало. Офигеть. Так, силу пока не написала. Ну ладно, давайте последний откроем и посмотрим этих питомцев. Тут получается тоже этот код дает 3 золотых яйца. Прошлый 2 давал, а это 3. Ну я надеюсь, то, что тут здесь питомцы сильнее, чем мои. Сейчас посмотрим. А, да, нифига себе, они сильнее. Но! Я прикола не понял то, что здесь написано бесплатно 2 золотых яйца. Здесь бесплатно 3 золотых яйца. Но у меня почему-то открылось только 2. Как-то странно. Ну ладно, в принципе, бесплатно и так сойдет, я думаю. В принципе, все показал, все функции, которые были в этом скрипте. Коды тоже показал, которые существуют в этой игре. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.